Так, мы продолжаем. Немножко не получилось в прошлый раз. Но ничего страшного. А здесь машина на двоих. Ну да. А что, ты его убил, Аня? Со мной сел. Ну, потому что ты первый игрок. Ага. Вот тебе мне еще париться с ними. Отмечается, куда ехать, да? Да. Круто. И у меня опять классика играет. Можешь попробовать на shift нажать, возможно, у тебя нитро есть в этой машине. Да, есть. Только нафига ты... Нафига мне он? Быстрее ехать. Я и так быстро еду. Что за звуки? Какие? Я слышал какие-то рев типа или что-то типа того. А, это да. Что за модельки дурацкие машин? По кому ты стреляешь? Да там эти. Эти из Синдикат или как он там? Блин, классика прикольная. А зачем ты туда заходишь? Ну так вроде надо. Да, а может быть. What the hell do you want? What's the morning star doing here? Tell me and you might live. As long as you don't give me to that brute. He attacked some of our guys nearby, so we're tracking him down. Now can I go? We better find Gap before these guys do. The Saints realized they had no idea where to continue the search. But then... Чё, не умирает? А? О, купить патроны можно. Круто. Это ж магазин. Оружие. Leave it to the professionals, kid. Where did to the strip club? Guess probably been there. Shit, that sounds like Johnny. Так, мне нужно чуть-чуть патронов и правда. Да ну? Ну да. Негр дорогу перекрывает. А я взял дилтишное оружие. Дэм. Дэм, типа такого. Гранатомет? На. Нормально. И еще дробовик там. И еще секси китин. А снайперку не взял? Взял. Ну, давай на нитро догоняй. Догоняю. Сейчас я такой с моста... Не получилось. Чёрт, я улетел! А у тебя там совсем перевернулось? Да. И взорвалось, и браток горит. Браток горит? Воу-воу-воу, мы в... Оживите братка, ты идиот? Я с моста спрыгнул. И как я теперь подъеду к тебе? Блин, при том, что у меня плачка горит. Я его сам как-нибудь оживлю. А что ты-то взор... Я в автобусе лежу. Я не добегу, а машины рядом нету. Кто тебя воскресил? Я... Не меня воскресил, я братка воскресил. А, ну я в том смысле, что меня... Я все равно в автобусе, я в текстуре в автобусе. А. Я... У меня загорелась машина, я вышел, она взорвалась, и я в текстуру автобуса. Ну круто, запорол миссия. И автобус поднялся еще раз. А, стоп, ты жив? Нет. А.
Ну, повторим с контрольной точки. Ну да. Чё там терять? То у нас одна миссия будет... Наверное, что это такое? Чё? А, загрузка, наверное, идет. Да, да. О, машина. Как помнишь? Ты не мог сесть на соседнее? Не получилось. Ой. Рули. Ой, оружие все пропало. Вот печаль. Да, DLC-шное оружие все пропало. Да у меня нет. Я повторю этот момент. Какой? Прыжок с моста. А как тебе такой момент? Да блин! Неудача. Ой, блин, сейчас я ментов вору, сворую машину. О, что? Дай машину. Ты идиот? Я все-таки, может, смогу тебя убить. Нам нужна машина. Идиот. Нужна машина. Нужна, нужна. У меня здоровье регенится быстрее. Мимо. Как так? Все, патроны закончились. А где ты? А вот-то. Что это такое? А этого чувака. А, это тоже на двух людей. Залезь в другую машину. Нет, она не на двух. Нет? А, нет. Да, да. Забавно. Да не очень. Да забавно. А чувак все надрывается. Смотри, только не въедь в какой-нибудь автобус. Чё это за прикид дурацкий? У меня офигенный, я принцесса Зельда почти что. Никогда не видел принцессу Зельда. Я пойду зажгу с проститутками пока. Вау! О, у меня оружие все восстановилось. Смотри, кого я взял себе. Словил. Ой, сколько полиции. Ой, блин. Так, нужен гранатомет. Ну как... Как идея. Нифига, тут сватовский. Подожди-ка, нам надо вернуться обратно. Зачем? У нас вернитесь формально законно. А. Стоп. Вернитесь формально законно? Что это такое вообще? Вот, вернитесь формально законно. Я не знаю, что это такое. Вау, какая! Давай посмотрим, что тут. А, лифт!
Или не лифт? Да, наверное, лифт. Блин, меня щитом вырубили. Да что ж ты... Ну не знаю, с DLC-шным оружием как-то легко. Да. При том, что у меня еще какая-то проститутка тут со мной. О, в лифт открыт. Сейчас тут автомат есть, мне кажется, в нем могут быть деньги. Блин, у меня не та пушка. А я, наверное, сватовскую взял. А нам не в лифт надо? Нет. Это машина Джимми. Это машина Джимми. Но я сел. Я тоже. О, базукой. Какая базука? О, да. Хорошая базука. Где-то тут вертолет. Вертолет? Ну, был во всяком. А ему реально плевать на все машины, мне нравится это. Ну, это скрипт. Но круто. Экшонщик. Вон оно! Вон наш Джимми! Пробежал. И полиция уже стреляет в нас. Да, базука — крутое оружие. Особенно с бесконечными патронами. Ну да. И еще не взрываемой тачкой, да? Такое чувство, что она может взорваться скоро. Ну да, она покоряжилась так немножко. Ой, я вижу вертолетик. Может, я зря его сбил? Ну ладно. Но он красный же был. Что? Что? Там, надо разбило... Надо впереди разбить на эту. Уже все. Нет, впереди еще раз. А, еще раз. Враг государства номер один. Ой, вертолет, кажется, слышу. Да тут все есть. Блин, а что у них за тачки такие, что базука не с первого раза уничтожает их? Что у нас за тачка, чё? Обычная такая мамина тачка. Машин 30 уничтожено из 300. Блин, точно, у нас немножко тачка повредилась. Вертолет. Блин, сейчас танки появятся, да? Слишком все непонятно, много взрывов. Открыто достижение, враг государства номер один. Как это Джимми еще ведет, блин? Как? Хорошо. Защитите автомобиль. Чей?
Это просто... Зато авторитет как растет. Просто машины переворачиваются от того, что он едет. Заблокировано, не заблокировано. Видишь, что из-за тротов получается? Почему он не врезается? Да что такое впереди, блин? Я ничего уже не понимаю, их слишком много и здоровье не отнимается. Блин, машина, ты посмотри на машину. Да, но мы засчитаем ее. Ну, это можно так назвать. Великая защита. Несмотря на все преграды. Какие преграды, ты, блин? Смотри, а у нас становится меньше этих... типа полиции, чтобы за нами ездила. Сейчас она вообще не ездит уже. Хорошая машина. Мне б такую. Неубиваемую. Машины просто. Ну, 8000. У меня загрузка такая. Нет, вот странная наука пройдена. Авторитет зато. Да, третий уровень. Да. А что авторитет-то дает? Прокачивать можешь, улучшение. Ваш ранг увеличился. Здоровье. Уа! Способности. Две руки, пистолеты. Ну это все денег стоит. Ой, точно, блин. А что за бред тогда? Еще и улучшение, еще. Улучшенный бег. Давай до магазина доедем. Ну вот сейчас давай. Я выберу какой-нибудь. Вряд ли он мне попадет на GPS. Ну сейчас проверим. Ну говори какой. Отметь, у тебя должен появиться хотя бы на карте. Да, есть. Да, вроде установил. Нет, не установил. Блин. Все, установил. Нет, не установил. Сейчас 5 сек. Дай садись. Я на машину сяду. Стекло разбил. О, чувак бежит. Ой. Что у меня тут есть? Это покруче. Какая? Это? Ну, она маленькая такая. Ну, садись в нее. О, погнала. Это ж не бесконечные патроны, что ты делаешь? Да, и чё там? Наверное, пополняются они где-нибудь? Ну, в этом... В арсенале. Ну, в магазине. Приехали. Идиот! Ты меня выкинул! Извини. Подожди, мне не нравится вот эта бабушка. Что ты взорвал? Тебя пытался взорвать. Смотри, смотри, смотри. Смотришь, да? Смотришь? Ты отметил, что я купил недвижимость? Нет. Купи тоже. Если деньги еще есть. Да, приобрел. А зачем нам это? Ну, ты будешь получать деньги. С дохода. Там, где в телефоне деньги. Че у нас тут есть? Бюстгальтер, может, какой-нибудь крутой есть? Ага, уличный лифчик, зашибись.
Блин, надо было побольше сиськи делать. Ну ты можешь в пластику съездить. Хотя. Очков что-то никаких особых нету. Нет очков? Ну есть, но так. Что-то мне нижняя часть не нравится. Бюстгальтер, что ли, одеть уже дает к авторитету немножко. А, нижнее белье. Блин, что-то мне верх не нравится теперь. Что-нибудь подберем. Что там еще из нижней части? Так. Да. Рюкзак. Юбку можно купить. Маска? Бандит. Нет, значит. Все. Закончил? Да. Я почти. Ой. Ту-ду-ду-ду-ч-ту-ду-ду-ду-ду-ч-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну ты пока на бомжа похож. Ну и хорошо. А, ну может быть на бомжа это, ну как бы не меняется, пока полностью не выйдешь из... Запись, я в своем же магазине избиваю людей и ворую у них деньги.
Эй, чё ты, блин? Давай деньги. Деньги мне, деньги. Ну? Почти, секундочку. На руках сейчас. Ух ты, какие тут костюмы есть. Ну все. Точно? Ой. Че ты паузу поставил? Я случайно не ту нажал. Ну, окей. Че у тебя за шмотки? Ну, как видишь. Минимум всего. Сейчас, подожди. Стой на месте. Стою. Так у тебя штаны все же есть. Шорты. Я вижу их. Да? Я понял. Ну, я думаю, надо заканчивать. Ну да. Ну да. А ты тоже взял с собой себе этого сзади? Кота? Да. Да. Как без кота-то? Зачем ты это сделал? Ты катался вокруг него, я и сделал. Ну всем пока тогда. Подожди, сейчас я. Убью кого-нибудь красивенький. Что? Из машины? Да. Ну я. Ой, меня сейчас убьют. Как приседать-то, интересно? Control. Чего, я не попадаю в него? В кого? А, нет, чё, попадаю. Блин, они сильно так стреляют. Ладно, давай заканчивать, пока нас не убили. Все, всем удачи, пока, увидимся в следующих частях. Пока.